Это MESSNK 2018. Check it out. Всем привет! Совсем недавно прошел отборочный тур «Мисс Нижнекамск 2018». В финал прошли 10 участниц, и мы решили с ними пообщаться, так сказать. Ну, а что из этого получится, я думаю, увидим в нашем ролике. Поехали! Ты уже участвовала в конкурсе? Второй раз уже. Ну да. Какой год? Так, второй год. Ну, чего? Я очень сильно волновалась, потому что я уже участвовала, заняла второе место в 2015 году. Поэтому было страшно, что в этот раз вообще не возьмут. Для меня это было несложно. На самом деле это сложно. Как ты думаешь, ты симпатична? Ну, когда накрашенная, да. Ну, ты вот встаешь каждое утро, смотришь в зеркало, видишь, какая красивая. Ну, не каждая. А, не каждая? Ну, каждый человек чем-то красив. Да? Да, я так считаю. Так приятно мне. Если когда мне будет уже 25, я буду старовата для модельного бизнеса. 25? Я буду старовата. Как это звучит? Для модельного бизнеса именно. Как это страшно звучит? 25, я буду старовата. Окей. Вот. И? Я бы, ну, я не против была бы накачать себя. Грудь. Чтобы стать моделью, что нужно? Самый легкий вопрос. Параметры в первую очередь. В первую очередь это внешние данные. То есть рост, параметры, это все без исключения. Интеллектуально развита. Должна быть какая-то изюминка, я считаю. А также ум и индивидуальность. То есть если у тебя нет индивидуальности, то тебя не заметит жюри. Это же все-таки модельный конкурс красоты, как бы вот. Я занимаюсь музыкой, но в будущем хочу стать политиком. Я хочу быть просто красивым лаборантом-экологом. Ну, в Государственную Думу какой бы закон внесла? Типа кошечек надо обязательно домой с собой брать. Нормальный закон? Ой, вот, кстати, хорошая идея. Чтобы, ну, бездомных кошек, собак, ну, животных, чтобы не было. Нельзя выкидывать? Нет, нельзя выкидывать, да, в первую очередь. И приюты какие-нибудь там открывайте побольше. Ты готова пойти на какие-то подлости, чтобы победить? Ну, типа, каблук кому-нибудь подломать, там, платье порвать. Что я добиваюсь очень хорошо своих целей. И просто я очень креативный человек. Нет, потому что у меня есть принцип бумеранга. То есть я верю в то, что что-то ты сделаешь, тебе это вернется. Нет, ну смысла нету. Это же не Мисс Россия. А, на Мисс России быть? И там большие ставки. На Мисс России, да. Вот. Вот-вот, как работает система, да? Ну, а ты вот считаешь, что вот модельный бизнес, он честный? Хочу в это верить. Для меня как бы не важно победа. В принципе, я прошла финал, я уже этому рада. Смотри, вот представь, что ну, как бы у тебя семья получается, да? И в один Какая? Момент... Моя? Нет, моя у тебя семья. Если у меня уже будут дети и муж, то я уже буду не настолько, наверное, востребованной моделью. Идеальный? Ну, идеальных не существует, наверное. Что? Выбирай, типа, или я, или семья. Ой, типа... Либо я, либо семья. Встреча выпускников. Сколько надо, чтобы мужчина зарабатывал? Хотя бы 1050, наверное. Наверное, около 100, больше. Отлично. Нет, мы вместе будем этого добиваться. Все понятно. Давай, давай. На соточки 5 тысяч не хватает. Две профессии. Нет, давай на третью работу. Спишь и идешь. А ты что-нибудь поем? Я читаю. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Круто. Нет, на самом деле круто, да, прикольный голос у тебя. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Все. Дальше. Вот самое сложное дальше. Скажи, вот самый безбашенный поступок, который ты совершал, ну, за свои 16 лет вообще, и совершала ли? Поднималась в 5 лет на парашютную вышку. Мне дочке 5 лет, она не могла с подружками сейчас куда-то пойти. Она просто физически не сможет одеться и пойти закрыть дверь, сказать: пап, мам, я пошла на парашютную вышку. Увидимся. Но об этом никто не знал. Ну, наверное, 7, может быть, 8 лет. Нет, ну, не... может быть такое, что мне это приснилось.